Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, расширяющий полномочия органов внутренних дел и ряда других силовых структур. Ранее документ был одобрен белорусским парламентом. Новый закон о нацбезопасности уточняет условия и пределы применения физической силы, оружия, спецсредств и техники. Силовики, в частности, наделяются правом проводить личный досмотр при задержании граждан и применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков. При этом сотрудники правоохранительных органов освобождены от ответственности за нанесенный вред. Они также могут запрещать гражданам осуществление видеозаписи, кино- и фотосъемки. Массовые акции протеста в Беларуси прошли в прошлом году после оглашения результатов президентских выборов. Оппозиция, члены которой арестованы либо уехали за границу, и участники митингов обвиняют власти в фальсификации итогов. По данным Центра избиркома, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская – 10%.